Всем привет, уважаемые зрители. Это у нас Камышовое шоссе, монтаж первого из трех пешеходных переходов. Сегодня будет монтаж пролета двумя кранами. Ну, все как мы любим. Так что вот сейчас самое начало, перекрыто движение, и краны уже прибыли на место и занимают свои позиции. Так, кран номер два занимает позицию, раскладывается. Заметил, качество видео сильно выросло благодаря вот этой вот. Thank you.
Так, это первая фаза операции. В промежуточное положение установлен пролет. Сейчас вот этот дальний от нас кран будет перемещаться ближе к опоре, к противоположной. Да, вел я стрим на этой операции, но у меня что-то пошло не так. Он оборвался и не захотел запускаться заново. Но запись все равно будет доступна на канале. Ну, а сейчас тогда продолжаем снимать это видео. Все, кран отстропился, вот этот дальний от нас будет сейчас переезжать на новую стоянку. Обратите внимание, гидроподвеска приподнялся, насколько возможно, над мостами, над своими. Тоже вот, глядя на вот эти перестановки,
Ну, вспомнились мне монтажи, допустим, гусеничными кранами, например, на Ялтинском кольце первый переход. Я его снимал, у меня есть это видео на канале. Там краны гусеничные брали пролет, который также лежал вдоль проезжей части. Ну и с ним ехали. Попутно его разворачивая там в нужное положение. Здесь же краны автомобильные, им нужно, ну, не ехать с грузом не могут. Ну, плюс тут уклон и так далее. Поэтому здесь вот так вот выставляется в промежуточное положение пролет. И краны переставляются. Вот все управляемые оси в действии, как бы. Второй кран тоже сейчас меняет позицию, выставляется в положение, из которого он сможет смонтировать пролет. То есть они оба ставятся как бы перпендикулярно пролету. Для того, чтобы работать в пределах своей грузовой характеристики. Так, второе промежуточное положение. Сейчас будет переставляться вот этот дальний кран. Thank you.
Итак, уже у нас сейчас время без 7 минут 5 утра, 12 число. Уже выполнили еще, по-моему, 3 перестановки. Я их уже не снимал, но я их снимал на телефон, может отдельно потом я что-то выложу, какой-то материал, который не вошел в это видео с телефона, там, ну, тоже интересные моменты. Сейчас краны переставляются уже, я так понял, в итоговое положение, из которого будут они монтировать. То есть они меняются местами. Этот липхер, который ближе к нам всегда располагался, он переместится вправо. Ну а тот дальний кран, он переместился опять влево, то есть на ту же позицию, где он начинал работу. Так что будем сейчас следить. Thank you.
Так, пролет занимает свое место. Уже плавная посадка происходит. Сейчас время у нас 5 часов 50 минут утра, 12 октября. У нас смонтирован первый пешеходный переход на Камышовом шоссе, надземный. Садиться на свое место. Ну все, пролет на месте, с чем всех и поздравляю. Дальше, ну, переход еще будет строиться, но вот этот такой ключевой этап этого строительства сегодня был выполнен. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание, спасибо за поддержку канала. А я пошел спать. Всем до новых встреч.